аэростретчинг – это одно из новых направлений, которое появилось в учебно-спортивном центре на Волочаевской, 83, в этом году. Раньше здесь были только секции боевых искусств. В 2023-м администрация центра дополнительного образования пригласила новые студии и сделала современный ремонт. В этом году мне предложили полностью это помещение, и мы здесь занимаемся. Ведем для детей, для взрослых, для мам, для пап. У нас есть занятия на гамаках, фитнес-тренировка, йога у нас преподается, и персонально мы ведем ОФП. Сейчас в учебно-спортивном центре 9 секций – от шахмат и музыки до карате и танцев. В них занимается больше 400 хабаровчан. Мы считаем, что такое объединение, оно очень важно, потому что спортсмен должен быть умный, а умный должен быть сильным. Нам важно, чтобы наши ребята, наше поколение, будущее, оно по-настоящему любило свою родину. И поэтому нам очень важно, что патриотическое воспитание детей в рамках этого центра, оно тоже являлось основой. И поэтому мы сотрудничаем с военно-патриотическим центром «Воин». Такой большой центр решили создать по инициативе филиала Российского союза боевых искусств Хабаровского края в память о Сергее Увицком. Он погиб в конце января этого года на специальной военной операции. Он одним из первых в составе отряда Российского союза боевых искусств «Союз» встал на защиту Родины. Отважно и мужественно сражался и, как положено герою, погиб, выполняя боевой долг. Жизнь Сергея – это пример для каждого спортсмена, каждого мальчика. Сергей Увицкий – мастер спорта международного класса, чемпион Европы и генеральный секретарь Федерации Киокусинкай России. С ноября прошлого года – участник добровольческого отряда «Союз», созданного по инициативе сопредседателей Союза боевых искусств Сергея Кириенко и Юрия Трутнева. Сергей Увицкий – один из сотни известных спортсменов и инструкторов, которые вступили в отряд. Перед отправкой в зону СВО они прошли курс в Российском университете спецназа в Гудермесе, а с января отряд работает в зоне боевых действий. Наши герои всегда живы, потому что мы о них помним и будем помнить. Вот этот вот центр подтверждения тому, что они всегда и навечно будут рядом с нами. Марианна Гейт, Александр Пискун, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.